Придется ли возвращать миллионные премии? Суд Швеции оставил в силе вердикт о приостановке решений Стокгольмского арбитража. Согласно ему, «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» более 2,5 миллиардов долларов по контракту на транзит через территорию Украины. К слову, за это решение, не получив еще ни копейки от «Газпрома», топ-менеджеры украинского монополиста уже выплатили себе премии. На общую сумму более 20 миллионов долларов. Остальные деньги, свыше 25 миллионов, собрались получить, когда «Газпром» полностью рассчитается. В свою очередь, российская компания заявила, не заплатит ни цента без решения апелляционного суда.